Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алексей Федорович. Откуда вы приехали к нам? Я приехал из Архангельской области, из города Вельска. Здорово. Расскажите о впечатлениях от нашего мероприятия. Впечатления очень положительные, учеба очень полезная. Обязательно буду использовать свои практики для повышения прибыльности своей клиники. Отлично. Что вы, может быть, хотите пожелать своим коллегам, пациентам? Коллегам хочу пожелать успеха. Хочу благодарных пациентов пожелать. Хочу, чтобы все получалось у наших коллег. Хорошо. Не знаю, вы бы хотели приготовить вопросы какие-то задать. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Я говорю, ты же с одного, там сейчас отложу до другого.